сидит у меня зубы, готовится к следующему уроку. Сегодня пятница, учеников сегодня меньше, всего три. Два я уже отучила, вон еще Лаки пришла. Лакуся! У них тут поцелуйная команда. Тут вопрос был насчет, педагог может, так сказать, я часто делаю замечание, что мы должны прогибаться под какие-то характер ученика, чтобы добиться своего результата. Так вот, коренное слово не прогибаться, а коренное слово добиться. Спасибо, Бусь. Ой, сладкий. Саша мне тут принес одеяло, чтобы мне быть тепленькой. Что-то мне прохладно. Вот, и сейчас я прилягу. Я что хотела сказать, что педагог это не тот человек, который, мягкость которого чувствуют ученики. Нет, не тот человек. Педагог это тот человек, который умеет мягкостью добиться высоких результатов. Но любой ученик этого педагога знает, что нажать на педагога нельзя. То есть, несмотря на то, что он мягкий, несмотря на то, что он там играется, несмотря на то, что он найдет какие-то пути там, которые помогут обойти какие-то сложные проблемы, как я рассказала в каком-то видео, что педагог это тот человек, который бежит и смотрит, что впереди. Например, он чувствует, что педагогу трудно, ученику трудно, там какие-то камни валяются, и он тут же их камни уберет или покажет, как убрать. То есть он помогает разгребать сложности, делает так, что человек постоянно в себя верит. Ученик идет и думает, о, получилось, и тут получилось, тут получилось. И когда на каком бы уровне он ни шел, у него все как бы все равно получается. Не то, что педагог говорит, вот ты видишь, ты не посчитал, ты не выучил, ты не знаешь, иди домой заниматься. Вот. И как бы стухает огонь. Наоборот, раздувает, раздувает огонь, чтобы он горел и горел и горел. Вот так вот. Факт, как бы тут получается, как с одной стороны педагог очень находит подход, flexible, гибкий, с другой стороны нету никакого шага назад позади Москва. То есть то, что педагогу нужно, он всегда добьется. У меня Лаки любит под одеяло забираться. Вы в голове знаете, что вам надо. И вы этим вы учеником крутите, как хотите. Вот вы и есть та шея. Но как бы ученик может об этом даже не знать, насколько вы им крутите. Вы не показываете, что вот я тебя заставила сделать то, я тебя заставила сделать это. Но как бы вы настолько обмазали вашу цель медом, что ученик как бы и не против был бы заниматься там 17 раз одну и ту же строчку, да? То есть вы умеете завлечь настолько, чтобы цель была сделана, но не тем путем, что вы кнутом его бьете или там доказываете, что у него ватные пальцы, а как-то в какой-то там своеобразной игре, диалоге, забравшись ему в мозги, вы понимаете, что его смотивирует. Либо какой-то психологический разговор, либо какой-нибудь там спортивный азарт, либо там путем каких-то там камешков, сколько камешков сыграть. Но вы добиваетесь своей цели, и ученик всегда знает, что слово «педагог» — это закон. Но с другой стороны, педагог всегда подходит к самому краю и не переворачивает к чашку, что как бы можно идти, 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 и вы понимаете, что ученик как бы будет вас слушаться, но дойти до самого конца и не перейти через границу, это тоже как бы мастерство педагога, потому что у каждого ученика есть какой-то предел, ну, фокуса, предел терпения, предел любви к педагогу, да? То есть мы идем, идем, мы тащим, тащим, мы авторитет для своего ученика, но мы не перешкаливаем за предел, как бы мы не лишней капли мы не добавим. Понимаете? То есть есть какой-то барьер, где мы можем тянуть, тянуть, потом остановиться, опять тянуть, тянуть, остановиться. Вот и у меня роды проходили с моей дочерью. У меня дочь родила 4 килограмма. И я ужасно боялась, что будут там резать меня, там всякие хирургические там ножи и потом зашивать. В итоге, когда роды шли, у меня была опытная акушерка, она мне говорила, тушься, тушься, а потом расслабься. Тушься, тушься, расслабься. Это ощущение, что я тужусь, и в этот момент, когда я, грубо говоря, могу порваться, она мне говорила, отпускай и не давай схватке пройти. Вот это и есть урок, где ты можешь как бы знать, где можно нажать на ученика, где нужно расслабиться. Но в любом случае управляете как бы процессом урока, конечно, вы. Вот, просто как бы нужно иметь такие отношения, как бы на уроке, что урок это не то, что доминантная фигура вы или крутит вами ученик. Это какой-то диалог, где происходит взаимоуважение.
Вот. И на взаимоуважении можно построить...